Добрый день, с вами Ольга Рукодельница, и вы на моем творческом канале. Это видео будет посвящено этим нарядам, которые я сшила специально для особого юбилея. Это розовая свадьба, семье 10 лет, особая дата, и девочки будут выглядеть замечательно в таких нежно-розовых красивых платьях с изюминкой серого цвета. Серый гипюр, на мой взгляд, отлично сочетается с этим нежно-розовым цветом. Платье сшито из атласа с добавлением сатина. И нежность, на мой взгляд, прибавляет вот этот воздушный такой еврофатинчик. Платье для мамочки, платье-трансформер. Можно одеть как короткое по колено, выше колена платье, так и сделать из него красивый, прекрасный, романтический наряд в пол. Одел юбку из фатина и атласа. Она сзади на молнии. Вот. А для доченьки вот такое милое, нежное, воздушное платье. Пышненькое, на мой взгляд, немножко, но без подъюбника. Так оно смотрится тоже невероятно мило и красиво. Как любая девочка любит покружиться, и в танце будут смотреться просто супер. Мама и дочка будут очень красивые в таких нарядах. А теперь я вам покажу поближе. Мне очень приятно, кто подписался на мой канал. Если вам понравились платья, которые я сшила с такой любовью и нежностью, то я жду ваших комментариев. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.